Короче, утро сегодня началось с супер горячей подборки дисков в 14 радиусе. Предстоит еще как бы повыбирать. Я уже дошел до 55 страницы. И подбор дальше. Короче, многие спрашивают, что за диски смотрю. Короче, куча ватанаби всяких разных. Слики затесали сюда. Вот такая ковочка есть. Такое. Короче, из всего, знаете, что больше всего зашло? Сейчас покажу. Пам-пам-пам. Пока что прям в те, которые захотел. Прям, знаете, и бывает такое, увидел и хочу. Вот, короче, вот эти, но с барабанами беспонтово будет смотреться по-любому. Остапыч, ты тут смотри, заставляешь работать что-то. Такой постриженный прям. Интересный, кстати, блог. Советую всем посмотреть. Подписывайтесь на Остапова, смотрите его влоги. Остапыч, ты тут смотри, заставляешь работать что-то. Такой постриженный прям. Интересный, кстати, блог. Советую всем посмотреть. Подписывайтесь на Остапова, смотрите его влоги. Забрал еще одну недостающую деталь. Кронштейн и бамперы переднего. Опять везде опаздываем, потому что, ну, как можно выйти из дома, если ты еще десули на жигу, да, не выбрал? Вообще никак. Согласен. Воу-воу-воу-воу, это что за татуировки тут такие? Короче, смотри, что забрал. Чик. Ну-ка, фокусируйся. Ладно, приехали к пацанам. Отдать кронштейны. Алло, где кронштейны? Вот кронштейны. А эта штука, я еще сам не знаю, что это такое. Точнее, что у нас получилось. Поэтому вечером распакуем. Пацаны, короче, я лоханулся. Надо не вот такие хреновины. А я их заказывал, кстати. А вот такие вот. Есть у кого-нибудь такие скобки? Надо назад и наперед. Потому что они кривые, косые у нас. Ладно, сейчас гонял за бензиком. Надо сегодня ее по-любому закатить вовнутрь, чтобы пенопластовые наши элементы обвеса затестить. Вот, погнали. Ладно, пару раз насос включил, сейчас узнаем, в бензике ли дело было. Ой, ты зайка, а! Заработала. Центов заполненным. И это уже не будет давать отливать наши удобства. По... Главное не давать отливать. Я понял, Остап. Круто. Супер. Надуть мотор. Ладно, посмотрим, что у нас получилось. Пам-пам. Написано на банке 24 часа время высыхания. Ну вот там, где слой тоненький, там нормально, уже ногтем даже не... Там, где было пожирнее, ну вот, кстати, на скотче, допустим, чуть-чуть продавливается. А так толстые места, ну еще надо сохнуть. Прям шевелится. Ну, короче, здесь, наверное, так и оставим. Сейчас под капотку взял еще одну щеточку. Под капотку всю пройдемся.
и наждачкой. И все, грузимся, едем. Ну, наверное, завтра грузимся. Не очень стало удобно разбирать с каркасом. Как бы, ну, реально, приходится изловчиться и найти дырочку. Ну, в общем, есть у меня вот такие вот кубики. Кубики-рубики. Сейчас будем в тетрис играть. Что, поднавалить вам стиля в сторис или не стоит пока? Закончим пока салькой. Спрашивают про шовный герметоз. Короче, шовный герметоз. Брали вот такой. Риофлекс. Просто кисточкой бряк-бряк и все. Матовая, матовая, моя девочка родная. Короче, сегодня нужно замотовать все, чтобы завтра это покрасить. По-любому вообще. От, сука, и шаг. Причем не в основании, а где-то вот здесь между золотником и вот здесь резиночкой. Мишаня, как ты смотрел, я не знаю. Вон